На реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Якутии в этом году выделено почти 390 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. В мероприятии приняли участие руководители кооперативных хозяйств и руководители всех районных управлений сельского хозяйства. Главной темой совещания стал вопрос о развитии кооперативного движения в республике. 675. Будем те же животноводческие кооперативы на слеженных уровнях развивать, районные, и будем укреплять материально-техническую базу республиканскую, чтобы можно было свою местную экологически чистую продукцию продать на рынках наших городов, сел и районных центров. Для этого созданы кооперативы.